Ну, а торговой сети «Магнит» понадобилось трое суток, чтобы, наконец, принести извинения родственникам Розы Галимовой. Хотя, правильнее сказать, это скупые соболезнования родным и выражение сочувствия. Слово «извините» или его синонима «простите» на официальной странице «Магнита» в Твиттере вы не найдете. Все случившееся называют трагическим стечением обстоятельств. Сотрудники действовали согласно инструкциям, говорится в сообщении. При этом в компании признали, что работники магазина могли бы отойти от формального выполнения обязанностей. На самом деле мы действуем по инструкции. По этой ситуации можно было отойти от формальности. Нам сложно так же подписать. Сотрудники других магазинов сети своих коллег не поддерживают. В такой ситуации нужно было дать возможность заплатить за продукты, а не поднимать инструкции. Кстати, после трагедии новых инструкций руководство фирмы не рассылало. Администрация была не права. Ну, то есть, если бабушка хотела заплатить, нужно было дать ей возможность заплатить за это. Подруги Розы Галимовой уже не первый день пытаются спасти честное имя блокадницы. Конфликт должен был закончиться прямо на кассе, когда женщина предложила оплатить товар. В интернете эта история вызвала бурную реакцию. Неравнодушные жители Кронштадта и Петербурга предлагают всем желающим прийти в магазин этой сети, купить по 3 пачки масла, расплатиться и оставить товар на кассе. В Кронштадте идет акция. Идут люди, все возмущены, идут люди в этот магазин, покупают масло 3 пачки и им оставляют как бы вот вам тихо на бедность.